Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Мастер Кей. В этом видео хочу сравнить две очень популярные колоночки 2018 года. JBL Charge 3 и JBL Flip 4. Обе у меня черного цвета. Погнали! Вот такие две колоночки. Давайте я вам расскажу про их характеристики. Это колоночка мощностью 20 Вт, которая идет с завода, G-версии. Эта колоночка идет с завода 16 Вт, но так как это TL-версия, тут 20 Вт мощности. У обеих колоночек два динамика, аккумулятор в Charge 3. 6000 мАч, которого хватит на 12 часов прослушивания музыки. Тут аккумулятор 3000 мАч, которого также хватит на 12 часов прослушивания музыки. У обеих колонок есть влагозащита IP7, которая позволяет полностью погружать колонку в воду, не боясь, что она сломается. У обоих колонок есть пассивные излучатели, которые добавляют мощности и баса к звуку. Теперь давайте проверим, как обе колонки звучат. Погнали! Ярче, чем луна. Мои черные друзья по периметру добра. Мои песни summertime. Моя лайф любимый вайб. Из тумана крик ее. Племя курит и поет. Будто на Ямайке. Это бывает. Твои маленькие Найки. Будто сняли саншайн. Это будет кино. Твои пальмы, мои горы. Я хочу тебя еще. Будто на Ямайке. Будто бывает твои маленькие. И раскает день. Ты сняли саншайн. Будто бы кино. Твои пальмы, мои горы. Я хочу тебя еще. It's my life, why oh why oh yeah. It's my life, why oh why oh yeah. It's my life, why oh yeah. It's my life, why oh why oh yeah. Где нас отвезти, спорящим без перебесики и цели. Но мы цели выше второстепенных мнений. Ты знаешь, в головном отсеке проблемы. До кучи вбивалок, судьба шалава. Сказала, тяни жеребий, салага. И пока я отправил небо последний корабль, она присела рядом на фоне тающей вазы. It's my life, why oh why oh ярче, чем луна. Мои черные друзья по периметру добра. Мои песни summertime. Моя лайф любимый вайб. Из тумана крик ее. Племя курит и поет. Будто на Ямайке. Это бывает. Твои маленькие Найки. Все. Концы. Пиздец. Ну, на этом все, дорогие друзья. Я советую вам покупать колоночку JBL Charge 3. Какая колоночка вам больше понравилась по звучанию? На этом все, дорогие друзья. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Ну, а рекомендую я вам больше Charge 3. Пока!